Крупную аварию устроил этой ночью водитель Форда на улице Тетцевская. По предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с газелью. Удар был такой силой, что у легковушки оторвало двигатель, но водитель не пострадал. Более того, он нашел в себе силы сбежать с места столкновения. Айрат Назипов увидел последствия. Все ехали оттуда, один оттуда. А вот здесь они встретились. Друзья, водители «Газели» рассказали, аварию устроил второй участник ДТП. По их версии, мужчина, управлявший легковушкой, выехал на полосу встречного движения и лоб-лоб столкнулся с грузовиком. Негодяй, взял машину, нам повредил. «Газель», привозившую лекарства, после удара откинула сугроб. По сравнению с «Фордом», ей еще повезло. У легковушки при ударе оторвало двигатель. Его нашли в 10 метрах от иномарки. Другие части автомобиля разбросало по всей дороге. С какой скоростью двигался водитель легковушки, в каком состоянии он управлял машиной, остается только догадываться. Сам он убежал с места аварии. Вот все, что осталось от его машины. Но уйти от ответственности водителя Форда, скорее всего, не удастся. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Сняв отпечатки пальцев, следователи поймут, кто же на самом деле управлял автомобилем.